Нет кровосисям! Нет кровосисям! Нет кровосисям! Кровосиси, отстой! Да все верно, кровосиси, отстой! Нет кровосисям! Нет кровосисям! Нет кровосисям! Кровосиси, говной! Все верно, кровосиси, отстой, а потом кровосиси, говной! Мелкий, запускай шарманку, начинай запись и врубай музон! Давай! Давай, мелкий! И раз, и два, и три! Синхронно, синхронно, давайте, попадайте в такт, попадайте в такт. Мелкий, музыку чуть громче сделай, чуть громче, давай. Ага, пошла жара по трубам. Мелкий, стрыски перед камерой, иди контролируй, чтобы запись шла. Иди туда обратно, не мельчиши перед камерой, давайте. Продолжайте, продолжайте, не останавливайтесь. Ролик в ТикТок должен получиться, опа, вот такой вот. Это тут откуда взялся кровосиси? Мелкий! Вырубай музон! Останови запись! Останови запись! Там кровосису в ТикТоке не нужно! Все, успокой! Остановитесь! Ты-то тут откуда взялся вот этот комар-кровопийца? Мелкий, удали этот ролик, сейчас вот это мы все заново перезапишем. Сейчас, подождите. Никто этого не видел. Нам в ТикТоке кровосиси не нужны. Сейчас это все заново перезапишем по той же самой схеме. Надо новый мерч прорекламировать, потому что оно как бы нет кровосисям. Ладно, мелкий, сначала забери эту камеру. Сейчас мы проверим бабульку, вернемся и это все перезапишем. Бабулька же все это время там вот эти знаки вампирские на стенках разрисовывала, чтобы графа Дракулу заключить в той комнате в подвале на ближайшие 10 лет. Все за мной, нет времени спускаться по лестнице, поэтому давайте все прыгайте со второго этажа, главное кости не сломайте, все, подавай. Ритка, мелкий, Полинка, давай, дай, Рикардо, не отставай от нас, опа. Сейчас главное тихо, идите за мной, не шумите и даже не дышите, задержите дыхание, потому что у меня есть небольшое такое предположение, то что бабулька от нас что-то скрывает. И как раз таки это самое мы сейчас посмотрим. Тихо. Я же говорю то, что здесь что-то нечисто. Бабулька! Карга ты старая! И ты думаешь, что второй раз я не спалю, что ты сейчас сделала? Ты думаешь, я не видел то, что он тебе деньги выбрасывал? Вот золотые монеты здесь валяются! Ты думала то, что я это не видел? А я чё? Я ничего, милок! Он мне зубы заговаривал, кровосися, вот это вот сраная! Да! Зубы он тебе заговаривал! Всё, успокойся! Ты думал то, что я не видел? Подожди, стой. Это мы потом с тобой разберемся, предательница ты такая, да? Рисунки, ты все дорисовала? Граф Дракула отсюда уже больше не выберется? Ну, я уже почти все закончила. Еще пару рисунков нужно начирикать. Ага, ну все, ну давай тогда чирикай еще рисунки. У нас времени нет. Сейчас уже вот этот эффект твой кончится, и он сейчас нас всех кокнет. А ты пока стой здесь. Ты отсюда ближайшие 10 лет не выберешься. Давай, бабулька, рисуй, давай, быстро. Слушай, бабуль, а эти рисунки точно нам помогут сдержать графа Дракулу? То есть ты прям обещаешь то, что в ближайшее время он с этой комнаты точно не сможет выбраться, да? Прям точно? 10 лет будет сидеть здесь как миленький! Ага, ну да, еще вот здесь, да, с обратной стороны тоже пару рисунков начирикай, а то как бы дверь же тоже надо обезопасить, чтобы он ее вообще никак открыть не мог. Все, когда начирикаешь, заходи обратно туда, бабулька, внутрь, и вы тоже все заходите, надо с графом вот этой Дракулой попрощаться, а то в ближайшие 10 лет мы с ним даже не встретимся. Сюда подошел, сюда к нам подойди, давай, на гроб залезай! Вот туда. Я тебе подарочек подготовил, граф Дракула. Веревочку и изоленточку. Стой смирно, собака вот эта кровосисная, и даже не шевелись. Не, ща, подожди. Я просто не знаю, как это правильно делается. Первый раз в жизни таким занимаюсь. И... опа!
первый раз кого-то связываю, но из этого-то ты точно выпутаться не сможешь, ага. 10 лет пролетят очень быстро. И я за вами всеми еще вернусь. За эти 10 лет мы с этого города, наверное, уже 20 раз успеем уехать, куда-то переехать. Поэтому ты здесь поваляешься 10 годиков, потом выйдешь и начнешь новую жизнь. Уже не кровосисную, я надеюсь. У меня будет время разработать новый план мести. 10 лет для меня не пройдут зря. Чё-то ты много слишком тараторишь, поэтому краски изоленты это сейчас понадобится. Ну дай сюда ротик и... Опа, все. А сейчас, а? Не слышу! Ты там что-то говорил, граф Дракула, а? Не пой, я не разбираю вот этот кровосисный язык. Чё ты там сказал, повтори, пожалуйста, что это значит? У кого-то есть переводчик на телефоне? Можете перевести? Я не понимаю, что это за язык. А, ну, наверное, нет. Ну все, ложись и спикай. Через 10 годиков встретимся. А вы все на выход. Давайте, быстро выходите. Запечатаем эту комнату. И в ближайшее время не открываем. Так, все вышли, ага. Быстро выметаемся, закрываем дверь и свалим отсюда праздновать. Все, давай. Ага, баб. Не. Стой, бабуль. Не, ты с нами не пойдешь. Ты там остаешься, внутри, в этой комнате. Ты что-то неправильно поняла, походу, да? Милок! Ты что, с дуба рухнул? Выпусти меня отсюда! Да, не, подожди, все вышли, давайте еще раз проверим. Степа, Рика, ага, Рикардо, мелкий. Не, бабуль, ты там остаешься. Ты что думаешь, карга старая? Я не видел последние 2 серии, как ты с ним заигрывала, с этим графом Дракулой. Я уверен, то, что ты от нас что-то скрываешь. Тем более, он тебе бабки только что выбрасывал у меня на глазах, а? За что он тебе тогда платил? Он тебя подкупить хотел, вот за что. Тогда это он алименты мне платит за Леночку. Он же ее папа как-никак. Да, алименты. Но самое главное, ты забыла, то что весь сезон жизни ютубера ты нас обманывала. Весь сезон ты нам врала, то что у Леночки папы там нет, то что там кто-то еще, Антон, вот этот хрюндель, это ее бывший муж. Это твой бывший муж, бабуля. Ты все неправильно понял! Все, я правильно понял. Ты, бабулька, староты взяла деньги у своего бывшего мужа и свалила с новым мужем отдыхать куда-то на Мальдивы, да? А сейчас, когда твой бывший муж вернулся, ты сразу запаниковала, поэтому, бабуль, тебе будет полезно ближайшие 10 годиков здесь посидеть. А потом посмотрим, что будет. Поэтому давай, бабуля, до скорой встречи. Через 10 лет. Нет! Милок, выпусти меня отсюда! Через 10 годиков сама отсюда выйдешь. Ага, прощай, бабуль. Ну а сейчас все за мной, потому что тусовка! Тусовка не ждет! Все на улицу, давайте быстро! Топаем ко мне домой быстро, созываем весь город, всех наших друзей, идем в магаз, закупаем продукты, закупаем крепкий чаечек, крепкий кофеечек, закупайте все, что только хотите, встречаемся у меня дома. И такую тусу века устраиваем, вы себе даже не представляете. Тикток потом запишем, ну и вот эту вот сраку потом сюда вернемся, это сейчас не самое главное. Самое главное это то, что у меня сейчас прям такое настроение знатно потусить. Поэтому давайте делаем так. Степа, ты идешь, ходишь по городу и созываешь всех наших друзей. Сходи за Леночкой, сходи за бомжара. Я знаю то, что Леночка беременна, но в любом случае ей не помешает отдохнуть. Поэтому побежал, Степа. Ты, Ритка, у нас дома вообще жрачки нет. Поэтому иди сгоняй к себе домой, наваргань что-то и притащи сюда к нам. Ты вот этот, Рикардо, ты к нам в магазин давай быстро и притащи каждому по новой коллекции мерча как подарок. И сам притаскивай саркостанцу свою на нашу тусу. А ты, Полиночка, ну ты просто Полиночка, иди прогуляйся по городу, потом вернись, иди в лес сходи там, да. А мы с тобой, мелкий, к нам домой, нам надо подготовить все к вечеринке, потому что сегодня мы с тобой, мелкий, ой, как знатно оторвемся. Давай, заходи внутрь. На втором этаже стулья, столы, вот это шарики надувные в шкафчике находятся. Притащи все, что там есть, вот сюда. А я пока очищу здесь площадку, диван к чертовой бабушке сломаю. Эти столы тоже надо куда-то в сторону переместить, потому что народу здесь будет обосраться. Человек, наверное, 12 где-то.
Так вот, спускайся, мелкий, став вот это вот все. Так, в холодосе у нас есть какая-то жрачка. Надо посмотреть, чтобы вот эта Ритка свои продукты дома не израсходовала. В холодосе у нас находится один единственный камень. Мелкий! А чё у нас в холодосе камень делает, а? Это не от твоей случайно вот этой рогаткой сраной? Ага, вот имя. А зачем? Зачем ты в холодосе булыжники хранишь? Успокойся. Притащил вот эти стулья. Давай, расставляй. Быстро. Давай и стулья давай вокруг. Молодец, всё. Ну, человек 7-8 сюда точно поместится, и это хорошо. Ага, и туда ставь, давай праздничное настроение. Ну все, мелкий, ждем, когда наши вот эти друзья... Опа, уже кто-то в двери вот это звонит. Ждем, когда наши друзья придут, накрываем на стол и вот это вот тусуемся до самого утра. И кто это у нас здесь пришел? Бомжара! Леночка, свои сракостанции на праздник притащили, да? Ну давайте, заходите внутрь, проходите. Давай, Леночка, ты как себя чувствуешь вообще, Леночка? Хорошо, у нас праздник сегодня. Если ты вдруг не знала, мы твоего вот этого папашу, графа Дракулу, в клетку на 10 лет заточили. Поэтому он сейчас оттуда не, вообще никак выбраться даже не сможет. Ну, наконец-то этот сумасшедший отстанет от нас. Это да, Леночка, вот. Никто не будет держать весь город в страхе. И наконец-то весь город будет нормально ночью спать. Вот это... В полном спокойствии, то что никто нас не сожрет. А кстати, а где моя мама? В смысле, ты про бабку Ёшку? Да она у тебя всегда какая-то чокнутая на всю голову была. Она, короче, после вот этого, после графа Дракулы, домой побежала, сказала, она чемоданы собирает и уезжает куда-то в Татарстан. Я не знаю зачем. Она сказала, ну, на пару годиков, на лет 10, может, вообще даже никогда не вернется вот это. Она всегда у тебя странная была. Возможно, вернется, а возможно, нет. Это уже как бы не от меня зависит, да, мелкий? Опа, да вот как хорошо, кто в двери звонит, хорошо обстановочку разряжает. Так, и здесь... Геночка Петровчичек, заходи, миленький, заходи, дорогой, давай, заходи, садись туда, куда хочешь, давай, это, все, а кто еще должен прийти? У меня еще дофига народу должно прийти, еще Ритка должна, да, что так звонят так двери так часто, Ритка, давай, проходи, Ритка, давай, накрывай на стол, что-то притащила, зашаманила что-то. Я успела супчик приготовить и торт испечь, куда ставить? На стол, вставь, Гена, ну слезь-то с стола, ты что, как не культур, слезь с стола нафиг. Ставь на стол, все, рассаживайтесь. Ну все, осталось дождаться вот этого, Степу дождаться, Рикардо дождаться, кто там еще должен притопать, я не помню. Опа, уже кто-то опять в дверь звонит. Ну это Степа, походу, пришел. Так, Степа, давай, заходи внутрь. Михалыч? Людмила? Минутку, подождите, я со своими друзьями посовещаюсь! Ребят, мы в дерьме! Михалыч, притопали с Людмилой эти притопали, мы же забыли совершенно про них! Мы же графа Дракулу как бы заточили в этой клетке! А эти вампирюги проклятые же остались, надо их... Да подождите, мы сейчас выйдем, подождите! Чё мне с ними делать? Надо их как-то вылечить или надо их как-то вот окончательно кокнуть? Я не знаю, что с ними делать. Давайте притворимся, то что дома никого нет. Идите, вы все сюда прячетесь, вот здесь за шариками. Слушайте, они вообще уходить не хотят. Дома никого нет! Можете даже не звонить в этот странный звонок, он не работает! Не, они вообще уходить не хотят. Слушайте, давайте тогда притворимся, то что дома у нас собака какая-то охотничья, вот этот, бля, бульдог. Давайте все начинаем гавкать и прогонять воров прочь отсюда, от нашего дома. Давайте. Слушайте, ну вроде ушли. Так, походу вампиры вот этих собак боятся. Так, все, стойте здесь, я сейчас выйду на улицу и проверю. Все, на второй этаж!
поверить, у меня нифига не получилось! На крышу! Давайте сразу забираемся на крышу! Сраный Михалыч с этой Людмилой! Давайте сюда все быстро! Давай, Ритка, мелкий, не теряйся! Бомжара, Лена, давайте! Давай, Леночка, аккуратно, аккуратно, ты беременна. Так, бомжара, задержи их здесь. Стань на люк и задержи, чтобы они сюда не поднялись. Так, надо отсюда сваливать с этой крыши. Кто бы вообще мог подумать? Подожди, мелкий, подожди. Мелкий, я же тебе подарил вот эту вот фигню, чтобы ты с крыш не прыгал. Вот эту вот фигню, которую перед тобой вот эти мосты строят. Я же знаю то, что ты со вторых этажей любишь прыгать. А ну, выкинь меня сюда. Она мне сейчас как раз пригодится. Смотри, мелкий, как это работает. Просто куда-то целишься, а не прыгаешь со второго этажа. Стреляешь. Опа-на! И перед глазами у нас мелкий с тобой мост появляется. Давайте все на другую сторону перебирайтесь. Бомжара, отпускай этот люк. Давай. Леночка, аккуратно. Ты все же как-никак беременна. Бомжара, иди сзади, поддерживай ее, чтобы она не свалилась с высоты четвертого этажа. И чтобы мост тоже не оборвался. Все, стойте здесь. Никого не забыли, вроде никого. Людочка. Михалыч, да, Михалыч идет. И не только Михалыч идет. Гена! А вы чё мне не сказали, то что кого-то не хватает, то что мы Гену забыли на первом этаже? Я ещё сюда перебрался, смотрю, вроде все, а вроде не все, вроде на одного человека меньше, а вроде на одного человека больше. Слушайте, кровосиси проклятые, я в душе не чаю, что вам от нас надо, но графу Дракулу вот этого мы заключили на 10 лет. Он не сможет выбраться оттуда, откуда, куда мы его вот это запихнули. Отпустите Гену, и мы вас отпустим. Не совершайте тупых поступков. А эта летучая мышь откуда взялась, у меня такой вопрос. Так не все же вампиры могут в летучих мышей превращаться, а только один.